Ноябрьск присоединился к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Акция прошла 26 апреля во многих городах России и еще нескольких странах. В Ноябрьске базой для проведения теста стала школа номер 8 и школа микрорайона Бангапуровский. В городе участниками стали 175 человек. Это ученики 9-11 классов, преподаватели истории, обществознания и просто жители. Проверка включала в себя 30 вопросов. На его выполнение участникам давалось полчаса. Результаты будут опубликованы на сайте городского департамента образования.